Всем привет, с вами Райанор, прекраснейшее вам настроение. Сегодня я все-таки решил установить игру на русском языке. Вот. И давайте попробуем загрузить, посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, я действительно в дальнейшем буду играть на русском языке, потому что, ну, меня просили об этом. Во-вторых, есть очень замечательные вещи, которые в русской версии, например, у нас сейчас весна. Если я не ошибаюсь, клавиши F12. А, нет, это режим. Так, мне это не интересно. А, вот, F10 клавиша позволяет менять нам тайлсет таким образом, чтобы он подходил на то, что... Ну, то есть менять его на... Сезоны, короче говоря, менять, и это будет действительно интересно. Мы будем играть по сезонам теперь. Вот, сейчас я поставлю весну, и вот весной у нас будет все выглядеть так, как выглядит весной. Значит, в прошлой серии я... Да, тут теперь нужно будет все вспоминать, как, что, к чему. И обучаться по новой дополнительно, да, потому что немножко непривычно некоторые вещи. Итак, я, если правильно помню, мне сейчас нужно будет все это дело, правда, еще раз вспоминать. Значит, шеф-повар у меня здесь будет. Также здесь я пивовара поселил. Хампинпинда у нас лазерворкер. И Джусто у нас работник, который занимается на данный момент портняжным делом. Соответственно, под них мне нужно будет сделать мастерские. Давайте с этого и начнем. Клавиша M у меня. Да, кстати, русский пак, несмотря ни на что, позволяет мне... Значит, 3 на 3, 5 на 5 под стенки. И плюс я хочу вырыть 7 на 7, наверное, да. Потому что в серединке у меня будет сама мастерская, по бокам склады, ответственные за эту мастерскую, и немножко так, ну, места на украшения и все такое прочее. То есть мастерская мне должна будет выглядеть примерно так, даже, наверное, 9 на 9. Пускай будет вот такая вот большая у меня зона под мастерскую. Будем потихонечку делать действительно серьезные, красивые мастерские. Вот, сейчас шахтеры придут и займутся своим делом. Да, кстати говоря, очень красивые шлема у гномов. Вот, и, наверное, все-таки, несмотря ни на что, давайте я все-таки поменяю на дефолт. Да, вот так вот мне больше нравится все-таки. Шлема, конечно, красивые, но мне нравится больше вот так. Возможно, в дальнейшем я и свой талсет какой-нибудь на эту тему придумаю. Угу. Так, значит, пол у нас здесь, как видите, в основном... начнем со стенок. Да, стенки у меня будут. Точно так же вот здесь я срываю все. Вот таким образом, да. Пускай тоже сроют мои шахтеры. Вот, и заменю я, наверное, пол. Все еще вспоминать надо. Так, M это у меня за стенки, а клавиша E, если... О, да. Клавиша E это за то, чтобы, например, E это убрать пол, Shift E это построить пол, а, соответственно, Ctrl E это я назначил как на замену пола. Вот. И попробуем, значит, резной пол поставить из бокситовых блоков, которых у меня, естественно, много. Да. Это он. Как-то стенки убрать. Ой-ой-ой, нет, здесь отмени работу, пожалуйста. Спасибо, гномы. Значит, так, Ctrl-E. Поехали. Дальше еще раз. Не гравированный, а резной пол из боксита. Будем потихонечку делать такие большие, красивые, объемные прям такие мастерские. Так, из бокситовых блоков.
Так, вход у нас будет по центру, поэтому здесь мы отменим пока работу и заменим пол, опять же, на какой-нибудь другой, какой-нибудь красивый. Так, какой у меня здесь пол используется? Здесь точно такой же используется, да? Ладно. Заменим пол все равно на... А пускай будет гравированный из бокситовых блоков. Вот здесь пускай у нас будет гравированный пол. Как же я... Да, видите, не все получается сделать сразу гладко. А в некоторых местах даже вот забываю, что нужно сделать до конца. Ничего страшного, мы все равно это сделаем. Так, значит, здесь у нас будет бокситовый пол, соответственно, бокситовые стенки. В центре у нас будет сама мастерская. Угу. Обязательно теперь все будет с факелами, не так, как у меня это было раньше. То есть факела были там, где придется. Вот это тоже будем делать, все красиво и аккуратно. Так, и можно наконец-таки поставить стенку Shift-M из, опять же, резная стена у меня должна быть из бокситовых блоков. Очень мне нравится, кстати говоря, новая бокситовая стена. Это просто нечто шикарное. Ну, не бокситовая, а вообще стена. Действительно красивая. Потихонечку расставляем стенки, чтобы их тоже начали приводить в хорошее состояние. Ну, благо все у меня гномы-строители, поэтому мне гораздо проще с этим. То есть... Да, конечно, я пока на оборону там особо времени не обращаю, но со временем обороной тоже займемся. У меня есть некоторые мысли на эту тему. Будем их тоже реализовывать. Ну, в частности, я, например, хочу все-таки перейти к комбинированным вооружениям, потому что у меня есть очень профессиональные щитовики, очень профессиональные топорщики. Я хочу их сделать совмещенными, вот, чтобы у каждого из них... О, торговец прибыл. Отлично, хорошо. Так, один, нет, Shift 1. О, Shift 1, понятно, где у меня. Вернемся все равно к постройке, к торговцам он придет. И мы тоже займемся, и Shift-M вернемся, как я хотел. Делать стенки, резную стенку из бокситовых блоков. Все, снимаем с паузы. Пускай. А, кстати говоря, если я правильно помню, да, видите, вот что еще позволяет делать... Русская версия игры, она позволяет делать, ускорять время вот таким образом, то есть конкретно ускоряет время. Так, значит, у нас здесь будет построена, так, где, кажется, у меня фурнитура, все правильно. Да, я хочу поставить настенный факел, какой придумает наш плотник, такой и будет. Сейчас мы только повернем нужным образом. Да, а здесь будет у нас стенка. Вернее, дверка. Дверь, опять же. Каменная дверь. И какие у меня двери есть? Пускай будет из серпентина, действительно. Серпентиновых дверей у меня. Серпентина у меня пока достаточно, насколько я помню. Так. Все, все нужно вспоминать. Как у меня все было настроено, как я это все делал. Так, бокситовый блок. Отлично. Так, значит, место под мастерскую у нас уже практически готово. Теперь нужно все это дело вышлифовать, то есть заменить пол опять же. Так как у нас все-таки мастерская. Так, Ctrl-E. Нет. E убрать. Ctrl-E заменить. А Shift-E.
А, кстати говоря, не написано построить, заменить, разницы нет. Но на самом деле Ctrl-E это заменить. Так, и мы меняем на блочный пол из боксита. Вот так вот у нас. Раз. А здесь в центре я как раз таки отменяю работу. Как раз 3 на 3. Чисто под мастерскую. Вот у нас зона будет. И здесь мы ее сделаем, ну, допустим, давайте здесь заменим опять же пол. Пускай у нас здесь будет каркасный гладкий пол, может быть, не знаю. Давайте каркасный гладкий пол из боксита и вот березовым немного. Давайте вот таким образом сделаем. Можем ускорить все хорошенько. И, кстати говоря, можем сразу посмотреть, что у нас с торговцем на рынке творится. Вот, кстати говоря, да, менюшка, как видите, вернулась. Это у нас отлично. Это у нас различные поставки дерева. Их мы закажем. Ну и продадим. Что-нибудь продадим. Так, надо привыкать к этому всему. Ой, как нужно привыкать. Плохой береза-головоломка. Продадим. Плохой сосна-головоломка. Как это ужасно сочетается. Вот, головоломочки продадим. Плохие, ну, все плохое пока. Начнем с плохого, да. Ну, все, вроде торговца мы достаточно порадовали. Все, с ним торговля закончена. Дерево у нас полно теперь. Это не может не радовать. Что мне не нравится, это вот здесь вот то, что... Давайте сразу. Пускай наши шахтеры тоже делом займутся. Выкопают здесь то, что нужно выкопать. Для того, чтобы я мог заменить пол. Опять же, на обычной земляной, и заделать все это дело. Заменить пол из земли. То есть полезные материалы выкопаем. О, пшеничное пиво сделали, легендарно, это хорошо. Из земли начинаем выстраивать. Кстати, давайте проверим, а работает ли, могут ли они так делать, как раньше, как надо. Да, вот, наконец-таки алгоритм работает, и гномы просто возьмут и все заделают как надо. Здесь мы отменим работу. Все потихонечку будем облагораживать, естественно. Так, отлично, у нас есть красивое теперь местечко. Построим, наверное, факела здесь по краям. Вот, и пускай это будут факела настенные. Очень уж мне нравится. Пускай из яблони построят нам красивый. Здесь раз факел. И здесь нам точно так же. На другой стороне факел. Вот, по бокам хочу колонны. Хочу колонны построить. Опять же, колонны. Так, где у нас колонны? Как они называются? Столб они называются. Нет, столб это... А нет, все-таки столб. Да, хочу из песчаника, вот такой будет красивый. Здесь у нас будет по бокам колонны. Так, мастерскую, в принципе, одну мы определили. Это у нас будет мастерская такая ткача. Вот уже мне начали появляться какие-то предметы. Рядом должна быть мастерская у меня, которая занимается, то есть это у нас мастерская, где просто ткач будет, просто ткать, то есть простая, да, мастерская. Кстати, да, давайте сразу, пока я помню, сразу начнем облагораживать местность. Я отсюда выкопаю все полезное, на самом деле, что-то я помелочился. Надо было сразу все выкопать. Давайте еще раз. В конце концов, лишний раз потренируется. Вот так.
Да. Значит, заменить пол на земляной. Здесь работу отменяем. И отменяем работы здесь, потому что они здесь будут заменены на другие виды полов. А, кстати, да, можно строителей прокачивать просто перезаменой дополнительно полов и так далее. Вот. Вроде мне нравится. И сейчас мы построим опять стенку, опять из земли. Да. Вот, вот здесь пускай у меня будет стенка из земли. А вот эти места мы заменим стенками уже красивыми. Сначала, конечно же, заменим полы. Ctrl-E. Резной пол мне нравится, да, из боксита. Боксит у нас везде и всюду, поэтому мы можем, не стесняясь, боксит использовать в больших-больших количествах. А ступеньки, кстати, у меня есть обычные, да, каменные. Ну, до ступенек тоже можно добраться будет в дальнейшем. Так, значит, мастерская ткача. Начнем с нее. Ткацкий станок. А для постройки ткацкого станка, если я правильно помню, не нужно ничего особого. Мастерские. Качество. Ткацкий станок. То есть нужен любой ткацкий станок и любой стул. Отлично. То есть если мы разберем текущий ткацкий станок, то у нас все будет хорошо. Давайте посмотрим, что в нем есть. Заказана работа с хлопком, работа с шерстью. Почему 20? Я не помню. Для чего-то делал 20. Ну хорошо. То есть его можно спокойненько сейчас просто взять и разобрать. Спасибо. Разбираем. Переносим. И делаем построить. Еще раз мастерская. Ткацкий станок. Из сосны и сосны. Опять же, да. Так, как у нас будет расположен? Теперь я хочу его расположить так, чтобы он выглядел красиво и удобно по фэншую, чтобы мастер, который этим занимался, он было видно, как бы, как минимум боком, было видно стенку. То есть все делаем уже эстетично, по максимуму, короче, стараемся сделать все просто вау. Так, давайте разберем, наверное, парочку лестниц. Ну вот, и здесь начнем строить уже стенки. Ctrl, а нет, не Ctrl, а Shift M. И пускай это будет у нас резная стена, опять же, из боксита. Вот таким образом. Начнем ее выстраивать, стенку. Надеюсь, гномы разберутся и с этой задачей правильно. Сначала с углов все обработают. Так, значит, давайте посмотрим. Построить рельеф, лестница вверх. Из чего можно сейчас строить лестницу? Да, кроме блока, блочной деревянной лестницы, хотя раньше деревянной не было. Мы ничего особо... Или была? Была, наверное. Значит, мы будем строить блочные лестницы, поэтому полы должны быть тоже блочные. Это я нюанс забыл. Поэтому блочный пол из боксита. Меняем опять. Вот занимаемся такой вот различной ерундой. Значит, так, здесь мы на ткацком станке обязательно дадим задание. Вот так, да? Значит, сначала мы делаем из хлопка. До 16 немножко неудобно, ну, на первых порах неудобно. Вот, и точно так же из шерсти, действительно, до 16, пока до 16 пускай отрабатывает, а потом пускай, ну, чтобы уж совсем было что, да, еще пускай до 32 догоняет, если есть, только не из шерсти тмина, а из хлопка. Вот. Вот таким образом поступим. И здесь ставим, сразу ставим 32. Вот. Чтобы у нас по 32 всего было. И было хорошо нам от этого.
Потом переместим потихонечку склады туда. Все как положено. Сделаем, все будет замечательно. Как мне хочется, во всяком случае, чтобы было замечательно. А как уж получится, надеюсь, получится не как всегда, получится действительно замечательно. Да, благоустройство, когда есть время на него, это просто нечто шикарное и замечательное. Так, мы можем наконец-таки строить стенку вверх, лестницу вверх, из блока и из боксита. Да. Вот таким образом, как будто они построены, здесь мы можем разобрать стенку, лестницу. Ну, пока, конечно, не сверх. Ну, уже видите, некоторые не могут найти путь, потому что не была построена лестница. Ничего, сейчас все будет хорошо у нас. Так, построить. Обстановка. Не обстановка, рельеф. Да, приходится пока привыкать. Но ничего, ничего, всему свое время. Ну вот, вот таким образом мне уже больше нравится. Разве что поставим здесь еще, наверное, пару факелов. Поэтому давайте сделаем это. На стены факелов. Ну, пускай будут из апельсина. Ну, не даже. Вот. Вот таким образом мне уже вообще все нравится, все красиво, все замечательно. И в будущем, да, действительно, все это у нас будет построено, все будет красиво. Разберемся со складами, сделаем, кроме для ткача, еще место для портного. Также такую вот хорошую, качественную мастерскую. Потихонечку будем переносить, возможно, пивоварни. А может и не будем, может наоборот, вот здесь все разместим. Уже здесь, смотрите, как все забито, все компактно. На первых порах это было удобно, сейчас это уже не очень прям удобно. Тесно становится, и начнем. Короче, будем делать все потихонечку, наводить порядок и красоту. Всем спасибо за просмотр, с вами был Рэй Анвар. Пока-пока, счастья вашему дому и до следующих эпизодов.